впервые в ресторане «Бэкстейдж» проходит премия европейского и российского бизнеса «Доре Бьюти Авордс 2019». Ни одна модная премия не обходится без звездных гостей. Премия «Доре» объединила более 300 VIP-бьюти-персон и артистов. Город 312, группа «Серебро», «Дони», «Назима», «Дарья Пынзарь», «Клава Кока», «Вахтанг» и многие другие популярные представители шоу-бизнеса собрались здесь, чтобы узнать имена лучших в сфере красоты. Что для тебя значит красота? Красота – это то, что внутри. Для меня самое главное. Если человек красив, то в первую очередь он должен быть красив внутри. Но внешне также, мне кажется, мы все изначально красивые люди. Просто нужно правильно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Это все спорт. Ничего такого, никаких секретов нет. На самом деле, реально, только спорт делает наше все. А как вы считаете, девушки должны следовать бьюти-трендам? Отчасти, конечно, да, это важно. Я думаю, сейчас особенно в современном мире, но вкус стиля – это самое главное, то есть не переборщить. Сейчас, например, насколько я знаю, в тренде все лакированное. Да, нужно следовать, если ты выходишь очень часто в люди или на мероприятия. Премия журнала «Доре», она объединила столько, скажем, волшебников и фей, которые делают нас красивыми по всей стране, нашей большой России. Зная победителей премии «Доре Бьюти Авордс», я точно знаю, каким брендам могу довериться в вопросах красоты и здоровья. А с вами была Анастасия Петровская. Оставайся в курсе всех бьюти-событий вместе с Европа Плюс ТВ.